Сегодня в Красноярске сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который незаконно проник в школу. Захват, к счастью, был тренировочным. Проводили его в качестве профилактики перед началом учебного года. Не за горами 1 сентября. По легенде, нарушители тут же привлек внимание вахтера. Женщина нажала тревожную кнопку. После этого мужчину задержали буквально через пару минут. Подобные тренировки, уверяют в охране, часто приносят пользу и при отсутствии какого-либо сценария. Реальные события такие были. Это когда были проникновения в Октябрьском районе в школу в ночное время, когда сторож своевременно нажала тревожную кнопку, и воры были задержаны.